Так, есть у нас сработочка. Сейчас Илья будет у нас доставать и проверять. Я против солнца снимаю. Так, что у нас там, Илья? Опа! Есть, есть. Есть контакт. Я не ограничил леску, все, я в корягах. Илья в корягах. Я в корягах. Тянешь? Нет. Вот не ограничиваешь длину лески, а здесь еще лески было очень много. Ну попробуй, сразу не отрывай. Очень много лески. Леска тонкая. Вообще, да. Да-да-да. Слушай, ну коряга небольшая. Вот она, может быть, даже сломается. Она где-то рядом. Она подходит. Не отрывайся. Это не отчаивайся. Может выйти. Все отлично идет. Это радует. В этот раз не коряги. Какая-то здоровенная прямо. Парни работают синхронно, прямо обучались синхронному плаванию. У меня леска вокруг шеи уже, так что если она уйдет. Напряженный момент. Где-то из Африки тащут похоже. Там леска, сколько там метров? Не знаю. Отлично. Опять скауты попали в сводку любви к природе. Ну что скажешь-то? Я скажу, что поехали сегодня не зря. Поехали сегодня не зря. Рыба моей мечты. Вот она не влезает, надеюсь, в инсту. Опять не влезает в размер инсты. Так, начали съемку, сработало у нас у Ильи тут чудесная сработочка. Сейчас Илья проверит, есть ли что. Так, решительно. Говорит, очень и очень дергается. Очень дергается небольшая щука. Даже багор не понадобился. Ох ты, как танцует окунь. Ура! И вот идут ребята, сейчас узнаем, достанется ли звание главного жадины, Диме Кузнецову. Дмитрий. Сейчас узнаем. Размотаны, да бросай самолодку в сторону. Есть, есть. Да. Что-то идет, там с нам. Сейчас узнаем, что. Лески Дима не жалеет. Опа. Ну что вот ж. Она. И вновь звезда сезона. 2-0. Отлично. Поздравляем. Спасибо. Смотри, где моя рыбка. Ого. А ты говоришь большая живет. Наш друг Игорь Иванович пребывал сегодня в печали. Всего полбалла на рыбалке заработал. Хочет реабилитироваться. Ну как? Если есть что-то, то маленькое. Тоже километр лески. И крошечная, прикрошечная щучка. Ну ничего, результат. Да, к сожалению, я ее не смогу выпустить, похоже. Там в горло. Так, начинаем съемку репортажа. У нас очередная Вопрос сработка. Подняло ветром. Патриотический флажок. Так. Так. Илья перебирает руками, раздвигает багор. Решительно. Что же там у нас? Смотрим внимательно. Что же там в лунке? А в лунке у нас...
Что-то зеленое там какое-то. Много зеленого. Опа! И это у нас морская капуста с рыбой. Ну все, поздравляем, Илья. Щука-патриот какой. Целый балл на георгиевский флажок. Заработал балл сегодня. Игорь, что у тебя с математикой? По очкам-то как получается? Не знаю, Димона две результативные поплевки. Очка здесь. Это третья. Это третья. Так. Ну что? Ну что-то есть. Не, по-моему, нет. По ощущениям пусто. Ну не все коту масленица. Сейчас дотянет. Да нет, видишь. Ну распутано. Распутано. Ну, скаутский облом бывает. Что ж. Скаут бодр все равно и не унывает. Так, ну давай, дружище. Пошел на рекорд. Просто размотан. Точно? Пусто. Ну, сработка была, сработка это радует. Была. Наверное, это же. Леска размотана под ноль, а вон сзади чистокол бревен, поэтому может быть разное. Все, пошла и зацепилась. Ушла куда-то в коряшке. Скорее всего, увы. Еще одна сработка сегодня прям. Нет, холостая. Еще одна сработка на сегодня. Сошло, наверное. Да, сошла. Прямо сейчас сошла. Ну и туда и дорога. Ну, у нас еще одна размотка. Уже причем здесь очень много лески было. На этой очень катушке. Много лески, очень много рядом коряк, поэтому может быть чревато. Но попробуем. О, без проблем оказалось. Да, конец кина. Небольшая щучка.